Зачастую для террас используется специальная композитная древесина. Торговая марка «Улисс» выбрала другой путь, предложив нашему рынку сосновую доску зимнего сруба, которая выгодно отличается по цене. Выбор в пользу древесины, заготовленной зимой, обусловлен тем, что в ней выше содержание смоляных кислот и эфирных масел. Именно эти вещества отвечают за стойкость древесины. И это значит, что такая доска наиболее долговечная и стойкая к гниению. Для того, чтобы терраса служила вам долгие годы, производитель настоятельно рекомендует дополнительно обработать доску веществами, защищающими древесину от влаги и вредителей. Но даже с учетом этих дополнительных затрат, цена такого материала ниже в разы по сравнению с композитными аналогами. Доска от торговой марки «Улисс» представлена в двух размерах – длины 2000 и 2500 мм. Толщина и ширина обоих видов доски одинаковые и составляет соответственно 32 и 136 мм.